27 550 новых заражений коронавирусом выявлено в России за сутки. Этот показатель самый высокий с начала года, а число летальных исходов второй день подряд превышает 900. По официальным данным, общее количество инфицированных в стране достигло почти 7 миллионов 700 тысяч человек. Умерли более 213 с половиной тысяч. Продолжает расти уровень заболеваемости в Татарстане. На утро четверга COVID-19 подтвердился у 80 человек. Это максимальный показатель с 9 февраля. В Набережных Челнах за минувшие день болезнь диагностировали у 15 горожан. Ежедневно в республике регистрируются и смертельные случаи. За прошедшие сутки умерли еще 4 ковид-пациента. С начала пандемии в Татарстане выявлено более 27,5 тысяч заражений коронавирусом. От его последствий скончали 774 человека.